Всем привет. Это шахматный камбэк. Рубрика издевательства от позиции. Я думаю, такое название более подходящее. И как считаешь? Ну да, да, да. Сейчас я что-нибудь придумаю такое свойское. Ну тут так можно. Можно погамбитить. Я? И очень странно. Очень странный гамбит. Это гамбит широкого. Можно еще погамбитить. Все. Достаточно. Думаешь, страшно? Нет, давай. Ну еще. Да. Нет, страшно, даже будет совсем страшно. Давай вот так пока. А чего тут всего не хватает парочка пешек? Пешек за 4. Плохой ход, я думаю. Вот этот? Угу. Думаешь, плохой? Только сейчас ты рискуешь загнать полкомплекта, я уже не спасу. Ну все, занимайся. А нет, стоп. Все, занимайся. И что я буду делать теперь? Ну, одну фигуру отдал, сейчас еще вторая полетит следом. Ладно. Искать компенсацию. А что, никак, что ли, уже? Да. Что у нас получилось? Просто без фигурки? И, да, с фигурки и пешки. Это не страшно. Да, отлично вообще. Так и надо играть в шахматы. Ну вон же G2, пожалуйста. А что, и тактика не проходила никакая? А конь связан был. А жаль. Какая тактика со связанным конем? Вот, пожалуйста. Без ладьи. Ну слушай, тут я сам позицию тебе хорошую поставил, я считаю. Да вообще шикарно. Так что это... Позиция мечта была просто. Вот откроешь движок, там что-то было, я тебе правду говорю. Да, было плюс 6, я думаю. А сейчас? Ну, сейчас минус 5. Как кардинально поменялось ходиться за 2 хода. Мне интересно, у вас бандикам записывают? Да, судя по значку. Да. Мы можем поговорить о чем-нибудь другом пока. О жизни. Например. А чё, в чем идея-то? А, ладью защитить? Такой же 4 же. И c4. Думаю, уже 4, да. Ферзь h3 был уход. Да. Можно прекратить. Не-не-не, не надо. Не надо прекращать. Почему? Ну, может, я придумаю что-нибудь веселое. Все, можешь. Он не дал. Стоп. Я обещал проверить оценку, да. Матута после жертвы Сарафа, да. Ну ты видишь компьютер как быстро? Ты сначала выключи компьютер. А движок? А потом поставь позицию, потом включи движок. Ну плюс 4. Да. Ну а потом минус 1. Ну, а тут... Нет, вот, ну все. Тут мат какой, а уже минус 14. Ну ферзь d1 просто фантастический выпад. Да, там уже все плохо. Слой 4, фантастический ход.